Дорогие мама и папа, мы с Патом Ходжесом отлично провели время в Сайгоне. Пат отлично говорит по-вьетнамски, так что я успел много узнать об этом городе. Оказывается, Сайгон куда больше, чем наша Талса. Теперь мы снова на базе, работаем с вьетнамцами. Я вам про них рассказывал в прошлом письме. Парни из Южного Вьетнама собираются провести совместно с нами несколько операций против вьетконговцев. У противника есть несколько баз к северу от города. Они называют эту территорию «железным треугольником». Когда-то на севере выращивали фрукты и каучуковые деревья. Но с тех пор, как ушли французы, там сплошные дикие заросли. Мы с Патом осуществляем координацию между нашими военными и местными силами. В основном летаем на вертушках, обнаруживаем какую-нибудь базу, спускаемся, проводим рейд, берем партизан в кольцо и уничтожаем их склады. Это единственный способ захватить их врасплох, чтобы они не успели удрать и спрятаться. Моя группа обычно высаживается по периметру, остальные заходят с другой стороны, а потом все проводят зачистку зоны. Мне говорят, что вьетконговцы драпают при первой возможности, и что за все время было не больше 2-3 перестрелок, но я уже знаю, что это не совсем так. В общем, Пат прикрывает мне спину, да и вьетнамцы дерутся очень даже неплохо, так что не волнуйся за меня. Напишу на следующей неделе. С любовью, Дин. Торнадо 6, Гром 1. Координаты 1-0-9. Сохранять боевой порядок. Вас понял. Гром 1, на цели 3 километра. Гром 1, спуститесь ниже. Пусть пулеметчик ищет снайперов. Вас понял, Торнадо 6. Мой пулеметчик не промахнется. Ты прав, черт подери! Ну, Шепард, готовься! Скоро будет весело! Получайте! Вот вам, понючие ублюдки! Канал ведут огонь! Вероятно, из автоматического оружия! Гром один, как вы? Мелкие убеждения, да. Наш пулеметчик не узнает. А, черт! Нет! Нет! Шепард, нет, займи место стрелка! Бей по ней, бей! Не он. Только не так! Огонь! Огонь! Гранаты! Умри!
Ладно, ребята, я сваливаю отсюда. Идите на каучуковую плантацию, займитесь зачисткой территории. Доброй охоты! Шефард! Окей, ребята, двинули. Разнесем там все к чертовой матери. Вот их основная база. Наша задача — найти и уничтожить склады оружия и продовольствия. Не зевайте! Волк-1, сообщаем. Чарли движутся в вашем направлении. Вас понял, Торнадо-6. Внимание! Чарли на посту! Сволочь!
По нам все еще идут огонь с плантации. Волк один, похоже, у них там зенитка. Найдите и уничтожьте ее. Вас понял, Гром-2. Мы ее найдем.
Глава, мы только что разобрались с этой зениткой. Видим развалины. Похоже, Зевсу приходится несладко. Никак нет, Волк-1. Они заметили вас и собираются атаковать. Убери, сволочь! Волк-1, он убежит противника, но не заходите во двор. Идем к вам. Вас понял. Не заходить во двор. Скоро придет вертушка. Мы по уши в дерьме! Насквозь прошило! Да! Давите их, ребята! Убри, сволочь! Отлично! Гром 3! Классная работа! Теперь погодите немножко, мы идем к развалинам! Окей, парни, вперед! Быстрее, быстрее! Давайте, шевелитесь! Ой, жить, дружище! Только держись! Помощь уже идет, тебя заберут в офисе! Thank you.
Дорогие мистер и миссис Роланд Шепард. Развалины. Похоже, Зевсу приходится не сладко. Никак нет, Волк-один. Они заметили вас и собираются атаковать. Волк-один, отвлеките противника, но не заходите во двор. Идем к вам. Вас понял. Не заходить во двор. Скоро придет вертушка. Прикрывайте фланги! За нами уже пришли вертушки! Огонь по врагу! Вот черт! Гром-2, здесь торнадо-6! За деревьями ракетчики! Скорее вытаскивайте нас отсюда! Прием! Огонь по целям! Невозможно, торнадо-6! Пора выдать шквальный огонь из-за деревьев. Мы запросили поддержку с воздуха. Подождите немного. Вас понял, мать вашу! Валите сюда, как только фантомы сбросят бомбы! Прием! Чтоб меня черти взяли! Дождемся мы когда-нибудь! Минометы! Отходим, ребята! Не то они разнесут нас в клочья! Отставить! Спокойно! За деревьями полно Чарли! Не высовывайтесь! Стреляйте по деревьям! Эти сукины дети нас окружают! Как вам это понравится?
Торнадо 6, здесь Гром 2. Прошу, больше вас не побеспокоить. Мы уже идем. Вас понял! Пошли! Дорогие мои мама и папа, я буду писать очень коротко. Просто хочу сказать вам, что я жив и здоров. Вчера мы нанесли удар по крупной базе вьетконговцев. Ради разнообразия они решили сражаться, а не бежать, как обычно. Они были хорошо вооружены и подбили наш вертолет. Пришлось совершить вынужденную посадку. Мы продолжили путь в пешем строю. В конце концов, нам удалось отыскать второго сбитого вертолетчика и его команду. Эти ребята столько раз вытаскивали нас из самого ада, что мы были просто обязаны спасти их любой ценой. Кое-кто из вьетнамцев говорит, что нам сильно повезло. Обычно вьетконговцы уходят за границу в Камбоджу, и там их уже не достать, а через несколько месяцев, собравшись силами, они возвращаются снова. Конечно, в честном бою мы всегда побеждаем, но если они так и будут от нас удирать, война затянется надолго. Я слышал, что Джим сейчас в лагере для новобранцев. Скажите ему, пусть пишет мне хоть иногда. Я знаю, лагерь для новобранцев вовсе не рай, но я верю, что Джим с честью выдержит это испытание. Жаль, что я не могу быть там вместе с ним, не могу ничем ему помочь. Скажите, пусть пришлет хотя бы открытку. С любовью, Дин.